Давай. Ой, не так дела. Эр училась за месяц. Что? Может, пора вернуться? Сегодня 31 января, хотела сказать декабря. Но факт в том, что влогов не было целый месяц. Ну что, давайте возвращаться. Буду рассказывать, что и как у нас дела, какие изменения в жизни, и что вообще предстоит в ближайшем будущем. Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Как я не говорила, целый месяц. И я рада вернуться. Я сейчас вам вещаю из конца влога, когда я уже в течение нескольких последних дней поснимала, что примерно сейчас происходит в жизни. И желаю вам прекрасного просмотра. Но перед этим скажу, почему пропадала. Я целый месяц не снимала влоги, потому что в начале января решила полностью вернуться в социальную сеть с картинками, где можно тоже на меня подписаться. И осознала такую истину, что я не могу в полную силу, в полную меру делать качественный контент и туда, и сюда. И поэтому сейчас размышляю над темой того, в каком формате мне было бы удобнее все это реализовывать. Придумываю себе, так скажем, некий график, который мне удобно будет существовать, потому что YouTube я обожаю, влоги я обожаю. Вижу от вас поддержку, вижу просмотры, буду рада, если на меня подпишутся те, кто еще не подписан, и буду рада видеть и дальше поддержку от вас, потому что это же, конечно, вдохновляет, приободряет, и желание снимать больше, лучше, качественней, конечно, становится еще в разы больше. Вот. Я рада, что я здесь, я рада, что вы здесь, и погнали смотреть новый влог и потихонечку вообще вникать в реальную жизнь, что сейчас вообще происходит и будет происходить. Не было настолько давно, что я элементарно разучилась включать камеру в горизонтальном формате, вообще представлять, что хотелось бы снять, чем поделиться, поэтому я думаю, что в ближайшие дни буду наверстывать данный навык и постепенно, как сказала ранее, вводить в курс вообще происходящего. Сегодня мы всем составом дома, в целом, как и всегда. Наш дом — это дом, работа, место отдыха, наполнение и всего остального. Что мы сегодня? Мы сходили, погуляли на пляж. Я думаю, что я вставлю некоторые вставки, потому что сегодня мы погуляли очень классно. Мы кормили чаек, уток, голубей, вообще, в общем, всех птиц в городе покормили, погуляли, попили кофе, купили дрип-кофе домой. Сходили за продуктами к ужину, за водой и купили
марли свитер, тоже прикреплю фотку. Напишите, как вам, как вообще относитесь к тому, чтобы одевать собак. Во-первых, он у нас нежный мальчик, мерзляк. Еще к тому же он сейчас из-за отопительного сезона, как выяснилось. Мы долгое время думали, что у него аллергия, меняли корма, шампуни и так далее. А, в общем, методом проб и ошибок и наглядно за другими блогерами, у кого есть собаки с такой же породой, выяснилось, что дело в отопительном сезоне, поэтому у нас сейчас постоянно включен увлажнитель. Плюс мы обрабатываем собаку хлоргексидином, все его рамки, которые он расчесывает, уменьшаем отопление, и теперь он еще иногда будет носить свитер для дома, чтобы просто не расчесывать себя в кровь. Вот, сейчас будем пить чай, кофе. И смотреть какую-нибудь ерунду на ютюбе. План на день. Каков таков. Поймаешь? Лови. Браво! Ай, круто как! Догоняй! Ой, суперски. Марли, короче, от своего нового свитера, который мы купили. Такой вот с дракошей хеллоу. Отгрыз. Там были привязаны на спинке в виде бантика два маленьких таких шарика. Он их отгрыз, потому что они были приклеены на клей. Вопрос к производителю. И теперь радуется, играет. Ай, какие классные! Вот такой у нас воскресный день. Сегодня, на самом деле, планируем супер ленивый день, потому что я себя неважно чувствую за циклом. Вот единственное, что прям планирую на сегодня, это я обещала приготовить сырники с изюмом. Вот сейчас выпила таблетку, выпью свой утренний кофе, который Денис сейчас для нас готовит, и потом примусь уже основательно за завтрак. Сходили погуляли, но сегодня погода такая не из лучших, но максимально калининградская. Идет дождь, дует сильный штормовой ветер, поэтому мы быстренько ходили за необходимыми ингредиентами в магазин и вернулись домой. Вот. Вот, скриньте, запоминайте, вот это просто фаворит последнего времени. Всем остальным, у вас есть еще год. Тренируйтесь, готовьтесь. Майк, я хочу с тобой поговорить. Отжимания делаем, давай. Анжумание. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Блять, то шо пока что.
Пуська. Пуська-муська. Письками пахнешь. Сырками. Светлятка, косни там однятие. Сей, тараканися. Тараканися. Ой, улыбается как. Ой, как улыбается. Да, вот так вот. Пока не дует ветер, можно пожелать доброго утра. Понедельник. Ветреная штормовая погода. Дай бог, меня будет слышно. Я лечу сейчас на железнодорожную станцию для того, чтобы встретить девушку Настю, блогера местного Калининградского. Договорились и встретиться, познакомиться. Скажу, Кузе лакомки, свяжитесь с нами, да, по рекламе. Да, свяжитесь с нами по рекламе. Вкусная, Марли? Еще хочешь? Да, скажу. А на что ты готов? Таня, ты сделаешь тройную? Давай, Марли, проси. Марли, проси. Проси. Марли, проси. Голос. 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 Жоги какие. Ты настолько горяч. Маме сделал шрамирование. Тут рядом еще будет. Там пройдем. А как мы здесь пройдем? В общем, утро сегодня раннее. Проснулась в 8 от скулежа Марли, что ему не очень свойственно. Если вдруг он просыпается раньше нас, это бывает очень редко, и ему вдруг нужно выйти погулять, то он
скребет в входную дверь. Сегодня он сидел на краю кровати, смотрел в коридор и скулил. Мы абсолютно к такому, к счастью, к сожалению, привыкшие, но я решила, что окей, вроде я себя чувствую хорошо, встану пораньше, не буду уговаривать Марли еще поспать. И пойду гулять. А пойдем здесь обойдем вот там, и пойдем в парк. Лево, поворачивай. Молодец, отлично. Вот. Единственное, что спросила Дениса, пойдет ли он, и он сказал нет, и поэтому у нас такая сегодня прогулка вдвоем, что тоже бывает очень редко. Вот, решила воспользоваться тем, что сегодня не льет дождь, не идет снег, как это было вчера, хотя по прогнозу обещали сегодня такую же погоду, но пока утро, видимо, есть какое-то исключение, мы решили прогуляться подальше и подольше. В итоге дошли до променада, куда чаще ходим, и вокруг никого, мы просто с Марли вдвоем. У меня аж мурашки от этого, от этой дикой природы, от ее мощи, силы, и от того, что ты такой маленький. Да, видимо, приток был очень сильный, и вы видите, да, что деревья просто упали, потому что вот это вот все, вот береговая линия, это пляж, где-то вот до сюда обычно его весь затопило. Обычно мы где-то вот тут вот спускаемся и гуляем, если именно на пляже. Пойдем! Пришли в магазин. У нас экспириенс это, на самом деле, мы привыкли ходить втроем. Денис обычно Марли носит на руках. Я катаю тележку, трое продукты, но все вроде бы в порядке, мы справляемся. По итогу человек проснулся, мы, вернувшись домой, решили его взять с собой и пойти еще гулять. Потому что, к большому счастью, сегодня, правда, погода намного лучше, чем последние дни. Мы решили по полной этим воспользоваться. Ставили пакет с продуктами и идем на рынок. Вот, ну и заодно догуливаем, чтобы выполнить сейчас утреннюю норму шагов и потом без загрузения совести лежать. Да, мы тоже